Я же ее здесь оставила. Странно. Она должна быть где-то здесь. Почему они вечно трогают мои вещи? Мария, что ты там делаешь? Ничего. Что ты прячешь? Почему? Почему? Сосунулась, гадина. Опять ты лезешь не в свои дела. Нет, Марко, нет. Только раз тебе повторять, оставь меня в покое. Только раз тебе это повторять, не лезь не в свое дело. Пусти ее, Марко. Не трогай ее. Не смей. Вы мне обе. Обе за это заплатите. Ты слышала? Да, Лос. Ты слышала? Обе вы мне заплатите. Ну, уже все. Надо заявить в полицию. Нельзя так обижать людей. Нельзя. Прошу. К сожалению, в нашем обществе есть очень мощная прослойка, абсолютно уверенная в своей полной безнаказанности. Эти люди способны на самые ужасные преступления, ведь они чувствуют поддержку властных структур, которые их покрывают, терпят, и в результате совершаются самые страшные, самые дикие преступления, которые нужны самой власти. Думаю, вы нас все-таки знаете. А мы в очередной раз не намерены успокаиваться, пока не разберемся в этом до конца. Мы не такие наивные и понимаем, что это опасно и трудно. Но это нас не остановит, и мы знаем, что можем рассчитывать только на честных людей нашей страны, которые присоединятся к нашему делу. Ведь, как кто-то однажды сказал, только правда многих может отодвинуть стены. Это ты? Что я, мама? Передала информацию. Очень тяжелый удар, дочка.
Они не успокоятся, пока не узнают, кто передал информацию. Это ты? Почему ты врываешься ко мне? Точно так же ты ворвалась в мой дом и все испортила. Мне надоело повторять, чей это дом. Это ты? Зачем ты пришел? Это ты. Я? О чем ты? Прошу тебя, успокойся. Ты прекрасно знаешь, о чем. Я не успокоюсь, пока ты мне не скажешь, это ты. Что я? Но...